Всем привет, дорогие друзья, а с вами Ленокс, а перед вами Тарков, вот. Решил я, короче, побегать по Таркову и сбежать с него, вот. Персонажа я, короче, собрал, ну тут просто чисто накидал, вот. АК-74М и 4, получается, ой, 3 обоймы, ну, 4, потому что еще же стоит же в автомате, да? Вот. Так, ну, короче, вышла же еще же одна карта, вот. Это получается у нас улица Таркова. Вот. Сейчас посмотрим, что это за улица Таркова и что там вообще можно найти. Вот. Говорят, что карта типа офигенно проработана. Так что сейчас мы... что это? Включить? Нет, не надо меня включать. Вот. Сейчас мы... Так, застрахуем это. Чтобы потом его не потерять. Вот. И посмотрим... Что же это за улица Таркова? Вот. Вышла она, получается, такая-то... Ой, а когда она вышла? Наверное, 6 месяцев назад. Но это давно уже было, на самом деле. Вот. Так что сейчас мы скатаем каточку. Вот. И посмотрим. Просто я хочу высказать свои мнения об этой карте. Вот. Вообще говорят, что да, ну типа проработано. Есть какие-то особые места. Вот. То есть это, получается, какой-то там большой магазин, супермаркет, вот. И лутика там, в принципе, достаточно, вот. Сегодняшняя моя задача именно это убить хотя бы кого-то, вот. Не знаю, хотя бы одного дикого и двух, допустим, игрушек каких-то, вот. Ну или даже трех. Вот, так что сейчас мы посмотрим, что у нас да как. Хочу я тут тебе, конечно, записать еще видос по The Forest, The Forest 2, вот. Говорят, что эта игра очень сильно не оптимизирована, вот. То есть, в принципе, играть можно, но, блин, до 2023 года эта игра очень сильно не оптимизирована. Вот тот же Atomic Hero, да, вот он в релизе, получается, он... Прям, ну, круто оптимизирован, то есть прям хорошо играется, то есть охота и охота в него играть. Поиск игры, давай быстрее ищи мне поиск игры. Вот эти вот, конечно, вот бесят вот эти вот всякие загрузки, поиск игроков, загрузка лута, вот это вот всего. Вот, сейчас загрузка лута будет идти, 1,5 часа. Ой. Ну, кстати, я давно в Таркове не заходил, но тоже, наверное, где-то... Когда я его купил? Я его, кстати, купил его недавно. Вот. Все время я играл, короче, на купленных аккаунтов, то... допустим, куплю аккаунт, поиграю, да, там забанят. Там какие-то другие игрули играют, и играют они с читами, естественно. Вот из-за этого банят. Вот. Вывел я тебе счетчик в правом верхнем углу, сколько FPS. Лимит это, короче, в меню пока 60 FPS. Вот. FPS мой 26. Но это пока загрузка лута вот этого всего идет. Вот. Так что сейчас посмотрим. 2 минуты уже гружусь, все. Не могу загрузиться. Что же за дела-то такие? Ну а так Тарков сам по себе прикольный жанр игры. На самом деле, ой, извиняюсь. Недавно только что пришел с улицы и сразу пошел записывать видео для тебя. Вот. Да, так сам по себе типа жанр неплохой. То есть, если у тебя есть, конечно, пушки, вот, то все лучше и лучше. Ты как бы... Процесс у тебя идет игры. Вот. Если тебя постоянно, вот ты выходишь, да... на какую-то территорию, допустим, на территорию диких, да, или там игрок за тобой где-то следит, и он тебя просто тупо сзади расстреливает, убивает, это, конечно, бесит. Вот. Ожидание игроков. Ну, естественно, эта игра не для всех. Не для всех эта игра. И для меня она тоже, типа, ну,
сложноватенько. Конечно, вот если вот сравнивать World of Tanks и War Thunder, то War Thunder, он, естественно, будет посложнее. Это, знаете, это как War Thunder в реалистичных боях. Вот, то же самое. Ты бежишь, спокойно никого ничего не видишь, а там где-то на высотке сидит снайпер и просто тупо по тебе начинает стрелять. Вот. И, кстати, не промахивается. В чем прикол? Не промахивается. Потому что почему? Потому что у него наиграно, там, я не знаю, 10 тысяч часов просто тупо в этой игре. Он знает механику этой игры, вот и все. А я тот человек, который не знает механику этой игры. Ну, естественно, для меня она сложная будет, эта игра. Вот, я захожу-то в нее, господи, раз в месяц. И то чисто ради для видео. Я, конечно, я себе купил аккаунт, я поиграл неделю. Каждый день играл, вот. Чтоб просто хотя бы, чтобы понимать, что тут делать и что да как. Ну, я до сих пор не понимаю, что тут делать. Вот. Отлично. Сейчас грузимся. Улица Таракова. Мне вот интересно, что же это за локация такая. Улица Таракова. О, да. О, 50 FPS. Это только 50 FPS, я вам открою секрет, это на соединениях. Внимание. Ну, мы сейчас компухте раздуплиться. Кстати, я в пятиэтажке, что ли, в какой-то? Блин, ну, 30 кадров, алё. Что за дела? Где мой FPS? Вертикальность синхронизации выключена. Что-то вырубить. А, в новом рейде, я понял. Так, я не могу настройки поменять. Я понял. Я не могу пока настройки, короче, поменять, я понял. Ну, пока, ну, блин, нет, это улица Такова, как бы, это понятно. Локация большая, нагрузка слишком большая, вот. Не, надо отсюда выходить, надо выходить на улицу. О, господи. Мышка. Мышка запуталась. Где? Чего вот это за свечение? О, подхожу, она исчезает. Так, ладно, надо выходить отсюда. 40 кадров, я в шоке просто. Ну да, локация большая, ничего не скажу. Кто? Где? В смысле? А как? Подожди. Это автоматически, это один. Сам такой. Да, я еще тот стадилок. Чё? А как, подожди, я ему в голову вообще попал, нет? Я все, короче, на кнопку зажимаю, зачем мне это делать? Слышь ты? А ты где? Вышел он тут. Блин, тут... Это чё сейчас там за пулемётная? Это чё, с пулемёта что ли он стреляет? Фига у него там очередь. Так, а это... Вот ощущение, кто-то топает сверху, нет?
меня такое ощущение, кто-то топает все. Кстати, мне бы разгрузку бы взять на самом деле полностью. Не знаю, как, короче, изучать, типа... Кто идет? Так, подожди. Мне надо срочно разбираться с этим. Патроны нету! Где патроны? Я же взял! Я же полностью же обоим уже взял! Подожди, а где у меня патроны? Почему калаш не заряжает? Это же от него? 5.45. Я не могу зарядить, прикиньте. А чё за прикол? Невозможно найти заряженный маг... В смысле, а это от чего? Подожди. 5.45-39 для АК-74. Тут 30 патронов. Я понял, он просто залагал. Так, подожди, а сколько у меня там полон, да? Все четко. Я просто этого не успел еще это обыскать. Так, а у этого что, сухарики, да, используют все? Сухарики поедим. Кто-то на улице ходит. Вон. Блин. Кусок ты говна, слышь, я больше не пойду, я в улице так его, серьезно, я не пойду. Боже, нифига не жесткий, ёптвой. Меньше половины. Косите, красотка, высоте, высоте. Давай вот столько вот выпьем. Просто это жесть! А чё у нас по здоровью? А, левая рука нам. Анальгин, давай анальгин выпьем. Все это мы сейчас бахнем водой полностью. Чтоб подействовал побыстрее. Боже, господи, что происходит? Это что у него за пушка? Это ди... Подожди, это дикий или нет? У меня, короче, какой-то баг с магазинами. У меня почему-то они не хотят это... Перезаряжаться почему-то не хотят. Все, короче, это с собой все берем. Подожди, а вот эти патроны, это на что? Это семерки. А зачем мне семерки? Так. Да, я очень все медленно делаю. Ну что тут пойдешь? Так. Вот это давай, наверное, выбросим. Вот это вот поставим. Около половины. Не, ну у него с прицельчиком, типа, блин. А чё, подожди, чё, что это?
А как? Подожди, прицеливаться через прицел как? Ладно, пофиг. Через коллиматор просто как прицеливаться. А чё со мной? А, мне шандец. Я понял. Мне пипец приходит. Если только у диких что-то есть, то четко будет. А то иначе я сейчас сдохну. Ну блин, ну автомат четкий нашел. Ну что, что такое? И у этого просто автомат. Тоже АК-74. У них ничего нету. У них ни бинтов, вообще ничего нет у них. У них тоже патрон такой же, как у меня, да? Подожди, а где я возле машины вальнул? Тут он не пасится. Да замолчи ты. Чё ли? Не, всё, мне писец приходит. Подожди, а я же возле машины же кого-то вольнул. Вот, такое, вот такая вот жизнь такова просто. Заспаунился в доме, хотел выйти, мне там напихали. Мне просто тупо напихали, вот и все. Боже, что это в доме? А, это меня, это прицел. Подожди, а через прицел-то как целиться? Что-то я понять не могу вообще. Я 300-й, тяжелый. Вот, справа сейчас здесь будет. Вот здесь челик. А, возле машины был. Вот такая вот жизнь такого просто. Понимаете, просто тупо заспаунился... В подъезде начал выходить, а там дикий. Да, это все дикие, просто тупо все дикие. И убил меня, естественно, игрок. Так, но что ж, у меня теперь нет оружия. Или, по-моему, у меня там пистолет был. А что если выйти прям чисто голым? Ну, естественно, типа с пистолетом, но без рюкзака и без этого... Как он там называется? Господи. Без разгрузки. Ой, зачем мне настройки? Кстати, да, настройки еще хотел же. У меня стоит средний. Типа, что тебе не нравится? Тут максимальная производительность. Ну это просто, скорее всего, какая-то такая. Вот и все. Так. У меня даже пистолета нету, да? Да, у меня пистолета нету. У меня просто тупо пистолета нету. Подожди, и что заполнить товар? А как? Что? Чё? Что? Как? Ну да, я его хочу взять. По рукам. Заполнить товар. Ну что, на деньги-то? Как? Чё купить-то?
Давай купим, я не знаю, там, Тедди. Сколько он у тебя стоит еще раз? Ну, все правильно. А, Тедди 31, ты что, больной, что ли? Во. Так. Так, подожди, и что? Вот я его взял. Ничего не понимаю, ну да ладно. Так, торговля, допустим. Тебе, ну это понятно, тут. А как я заплатить-то? Вы уверены, что хотите автоматизироваться, да? Я не... Сверху кнопка есть! Офигеть, не встать! Ну и... Ой, господи. Ладно. Так, ну давай, ладно. Чё там, 3 калаша, да? Давай, 3 калаша по рукам. И получается 5.45-39, да? Да, 5.45-39. Давай, я не знаю, ну, давай 10 возьмем. Так, по рукам. Конечно, вот это вот все это надо качать. Короче, идем мы без разгрузки. Ну, практически без ничего. Вот. То есть в итоге у нас будет типа АК-74У. Перезарядка. А, я не могу, да, в карман. А, блин. Гранату можно взять. Все как говна попроще понапихаем. Тогда окей, давай тогда идем в торговлю. И лыжник. Что ты нам дашь? Ты нам ничего не дашь, да? Я просто никогда здесь ничего не покупал. Рюкзак. 149 тысяч. Механик. Механик. Так, а это... Во! 10 тысяч. Нет, 18. Так, по рукам. Все. Получается, персонаж. А, где у нас? Вот она. Разгрузка. Без разгрузки никак, короче. Ну и бедем... 2, нет, давай 3. Потому что у нас один магазин пойдет в АК-74. Ну и все. Че? Хотя мы могли за ЧВК пойти. Так, ладно, маяк, час, ну давай в час, ладно, окей. Так, давай вот это вот все это застрахуем. Кстати, подожди, стоп, а у меня же застрахованный же этот был. АК-74М, вроде как. Обманули меня псы. Обманули меня. Я надеюсь, сейчас все по FPS нормально будет. Ну потому. Ну, блин, понятное дело, то, что типа улицы Таракова это очень большая локация и. Как бы да. Ну. Но новичку, как я, очень сложно выживать. Хотя нет, мне надо было, короче, не магазин брать, а патроны, чтобы я сам задержал магазин. Да, в следующий раз так будем делать. Потому что, как по мне, мне кажется, лучше будет покупать патроны и дешевле, чем полностью магазин с патронами. Мне просто чисто не повезло то, что 3 дикого было. Или 4 даже диких. Вот. То есть, блин, я просто тупо заспавнился, хотел уже выбегать.
Ты бежал дикий. Хотя можно было свалить на самом деле. Тим не перезарелся, но, блин. Зачем свалить, если можно биться, если есть патроны? Не было бы патронов, другое дело. Но я... из-за чего я сдох, это из-за того, что... Из окна я очень сильно долго целился в него, чтобы попасть в голову. Я типа видел, что он отвернутый вроде бы как. Но... начал уже прицеливаться, нажимая уже на курок, он повернулся и начал уже по мне стрелять. Я думал, что на самом деле он не попадет по мне. Оказалось, он попал, собака. Сутулая. Да, ну Тарков жесткий вообще. То есть у него тоже естественно оптимизация хромает. Вот, то есть... я если сейчас на высокие поставлю, это все, это... мой компьютер просто помрет, мне кажется. Вот. Хотя, вот, как бы вот если логично подумать, да, вроде бы вот у меня комп в районе, ну, где-то 2001-2020 года, да, ну даже еще можно залезть типа на 2022 год, да. Вот. Он как бы тянет современные игры. Вот тот же Atomic Heart, он тянет 200-300 FPS, как бы нормально. Но тем временем Тарков, какого он там года, господи, вышел? 18-го? Ну, не суть важно. Вот. То есть Тарков давно вышел, да, и его до сих пор не могут нормально оптимизировать. То есть, блин. Естественно, вот такие вот игры, типа выживалки, где там надо выживать, где там надо присматриваться, вот. Естественно, типа, надо играть на низких. Но чтобы записывать контент, низкие настройки, они просто держат глаза. Вот. Ну хотя, я повидал, конечно, без записи, ну это вот когда я вот такую вот игру купил. Без записи я повидал, типа, на высоких я вот играл, да? На какой-то локации уже не помню. По-моему, самая первая локация какая-то была. Вот. Он как бы даже до 80, до 70, типа, подымался FPS. На высоких. Но это без записи было. Это еще сейчас... Хотя, при учете то, что я сейчас снимаю вам в 2К разрешение. Вот. Это тоже нагрузка, как бы, немаленькая, я вам так скажу. Вот. Поэтому, ну, тут такое, конечно... Ой, извиняюсь. Это тут, конечно, такое дело. Этот... И играю, и сок пью. Вот. Кто что там сушит маленько голову. Вот. И... ну, да, это еще с учетом то, что я снимаю еще в 2К разрешение. Может быть, это как-то жестко нагружает мой комп. Скорее всего, это так и есть. Но The Forest 2, конечно, он даже и без записи у меня идет в 60-50-57 где-то вот так-то FPS. Если я сейчас запись запущу, у меня где-то, наверное, FPS 40, наверное, будет. Ну вот, смотрите, 44-45 FPS. Это другая локация уже. Так, подожди, а по патронам что он? Пусто. То есть мне надо было их дозарядить. Я их не заряжал. А чё, подожди? Сейчас, наверное, он чё... он пустой. Он пустой. Понимаете, да? А я даже ножик, да, не взял. Я даже ножик не взял. Чтобы вы понимали, я купил просто тупо магазин, и они пустые. Я думал, они заряженные уже. Ладно, может, что-то сейчас... Не, ну, шанс, конечно, мне здесь
выжить, это просто один на миллион. Че это такое? Неизвестный предмет. Че это, тайник? Ну да, тут такое себе, конечно. От чеченицы. Я просто забыл. Я просто тупо по своей глупости... Да я не забыл, я даже не знал, что, типа, покупаешь в магазине, их надо еще патроны вставлять туда. Я думал, они уже с патронами идут. А я что-то сразу, я не посмотрел. Там, типа, вопросительный знак стоял, и я, типа, такой, ну ладно. Я еще и гранату с собой взял. Что это за взрыв был? Не, я сейчас, конечно, попробую кого-то гранату убить, но это уже такое себе. Так, ладно, пошли в дом. Может, что-то в доме найдем. Короче, я сейчас предлагаю сделать так, чтобы не было никаких пролагов потом на видео. Я видео сделаю в Full HD, как у меня монитор. Вот. Я попробую сделать Full HD. Посмотрим, изменится ли FPS. Оба. Добрый день. Сумка какая-то. Что это такое? О, это броня, кстати. Ладно, давай вот это вот возьмем. Я без понятия, что это вообще такое. Каковы шансы найти 5.45 в домах? Есть какие-то вообще шансы? Мне кажется, нет. Темно еще так. Ничего не видно. Будем ходить с гранатой. Если кого-то увидим, может, кого-то убьем даже гранатой. Это же, я без понятия, как она вообще работает. Просто тупо без понятия, как она работает. Кайки. Я чё, термос, что ли, пойди какой-то? Чё это такое? Монтажная пена. Зачем мне монтажная пена? Офигенно просто. Мне кажется, что мне нужно переиграть. Я как раз я сделаю, короче, Full HD. Тихо. Не, ну просто, блин, ну я забыл, что... Я просто даже не знал, что их надо заряжать самому. Я просто тупо не знал. Вот ты сидишь, да, вот. Надо было нажать, нет. Вот ты вот сидишь, да, вот там вот видео смотришь, там все такое. И, наверное, думаешь, о, YouTube тупой. Ничего не знает, ничего не это. Конечно, откуда ему знать? Ну давай, менюшку появляйся. Так, еще раз, торговля. Папа. Так, это что у нас? Это 5.45. Вот. Вот эти пацаны, которые мне нужны. Вот это персонаж. Что мы с ними делаем? Во! Вот, мы их заряжаем. Все как нужно. Так, ладно, еще оставим акусик. Я не
взял, да, опять этот. Так, давай гранаточку опять возьму. Так, и нам надо еще разгрузку взять. А где вот она? Тут еще. А, вот разгрузка это идет, да? А, я понял. Ты за деньги не берешь, да? Так, а где мне. А, вот порохочек можно взять. Так, по рукам. Все, разгрузку мы взяли. Сейчас персонаж, разгрузочку ставим и все. Вот, все у нас магазин с патронами. Все отлично. А кусик только без патронов. А мы сейчас вот так. Подожди, а нельзя его разрядить? О, это вот вставляем. Получается у нас будет. А, ну ладно, сюда поставим. Все. Все взяли, это все взяли. Все четко. Вот. А сейчас я поменяю просто тупо разрешение, просто посмотрим, что будет. Так, ну что, для тебя это секунда, для меня это минута. Вот, продолжаем. Так, подожди. А что у нас с персонажем? А, я же его не вылечу. Тихо. А как его вылечить? Но он же сам же вылечится, я надеюсь, когда я пойду. Ваш персонаж тяжело ранен. А как мне его вылечить? М? Персонаж того, бахалка. Я не могу его вылечить. Ладно, пойдем тогда за дикого. С пистолетом. Во! Вот что мне надо. Так, давай опять, наверное, на маяк. Потому что я так и не понял, что там. Что там, да как, что это вообще за локация? Вот, сейчас я тебе снимаю Full HD. Ты этого, конечно, на видосе, скорее всего, не заметишь. А может, заметишь разницу. А может, и нет. Вот, сейчас посмотрим, будет ли какое-то вообще повышение FPS. О, он с фонариком. Гал себя. А чё, что, где FPS? Оу! Какие 16 FPS? Это, скорее всего, это загрузка, да. Это загрузка какая-то была. Какой дикий-то, а? Смотри. Прям с пистолетом, с кепочкой, с повязкой. Вообще. С масочкой. Не повязочкой. С перчаточками. Ну, даже лучше, чем мой ЧВКшник. Сейчас посмотрим. Видим, мы вообще повышения нет FPS. Мне кажется, что это типа ни на что бы не влияет. Второй монитор тут хочу, конечно, поставить еще. Чтобы не альтабаться. Хотя у меня альтаб не работает, я выхожу через диспетчер задач, получается. Ну как, не через диспетчер задач, а там. Свои замыкления. Маяк. Дикие, да, непонятные вооруженных людей. Но это просто, типа, скорее всего, если непонятные вооруженные люди, то это, скорее всего, местные какие-то. Либо какие-то просто бандиты. Вот долгий запуск. Вот нажал побег из такого, все, появился. Сделали бы, как сказать, допустим, как в PUBG, случайные карты.
Просто нажал, типа, побег из такого, и тебе случайно просто кидануло на какую-то карту, и все. Ну, так, мне кажется, было бы лучше. А то ты, допустим, сидишь на одной карте, ты это, зашибись, еще и дождь. Ну что? Не, вообще, повышение кадров вообще, по-моему, нет. Все-таки осталось. Еще и дождь, офигенно. Так, а что у тебя там есть? Что это такое? Флисовая ткань, чего? Так, бинт, патроны, тушенка и аптечка. Нормально. Ну хотя... Ну типа, ну... Ну да, есть все-таки на... Кадав так 5-6, наверное. Потому что я помню, по-моему, было 30 с чем-то отпускалось. Вообще ничего не видно. Ну, игра сделана типа атмосферно. Вот ты в дом зашел, ты слышишь капли. Прям это прям офигенно. Так, а свет, подожди. А что? Подожди, а что я меняю? Не понимаю. Ты стали мне писать уже? Чего надо? Не, я понял. Так. И чего? Блин, хотел уже М нажать, карту посмотреть. Не, да, все-таки да, и есть прирост в FPS. О. УАЗ. Можно его угнать? Нифига себе тут БТР стоит. А пушечка тебе не великовата? Или это БМП какая-то? Так. Хотя на самом деле в дождь, наверное, скорее всего, будет лучше, потому что те же дикие или игроки, они не будут слышать шаги. Ну как, будут слышать, но не так хорошо. Как без дождя. Чё это я взял? Спички. Спички, спички, спички. Мы с тобой идем. А, подожди, чё, открыть нельзя? Нельзя. А, это выход, да? Твою. Откуда? Стопэ. А это не та ли локация, где... Вот получается там... Постройка была... ну, я не знаю, церковь или это замок, или что. Где там сверху стреляют. Ну-ка. Кто меня убил? Саня. Ну, а Саня это игрок или дикий? Хотя, если бы дикие бы увидели, бы они бы там кричали, как бешеные. Офигенно. Офигенно у меня катки. ЧВКшника своего потерял. Ну как потерял? Просто он у меня, типа, без ХП. Так, ну что? На этом будем заканчивать, вот. Конечно... Контент такой, типа, офигенно не удалось, как бы, показать. Вот. А с вами был Ленокс. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Так, стопешечка. О, я могу в аптечке, да, восстановить? Во! А может, давайте еще, наверное, за ЧВК, да, сыграем? Да, давайте за ЧВК еще сыграем каточку. А, резерв, это что? Давай, пошли на резерв. Вот, каточку мы еще сыграем, так что мы не прощаемся. Еще пока. Ну вот. Просто я думал, что типа... Все, что еще показывать. А вдруг вот сейчас вот последняя катка и будет какой-то контент. Может быть. А может и нет. Но может и будет. Не знаю даже.
Но оптимизация у игры до сих пор хромает. Не знаю, почему разработчики типа этим не занимаются. Может, они не занимаются, но... Хотя, движок Unity, он сам по себе такой движок, что... На нем как бы можно оптимизировать игры, но сложно. А. Так что, такие вот делишки у нас с вами. О, поиск игры сразу идет. Что я даже не заметил, как он загрузил лут. Вот, сейчас мы с автоматом что-нибудь сделаем, наверное. Просто надо везде все рассматривать и все такое. Для меня это как бы не тяжело, но. А, вот эти загрузки вот я.
Прикрываю.